Да, сопроты. Сейчас будет тяжелее с плевками, конечно. Далин, ты в диссе? Да, он здесь. Моса зашел, он пишет. Моса зашел. В смысле, у мастера нет КД, а у Моса есть. Выбирай. Да я могу уступить мастеру, типа, если нужно. Так пускай идет Мос. Мне посрать, нахуй. Я приду как раз по хаве. Давай пока, если что, не теряйся, мастер. Надо, нужен будешь. Кинул ему пати. Дайте ему резнуться, его походу алики съели. Пиц. Вот пока нет зеленого, держи вот босса вот здесь, пожалуйста. Ну вот, вот ты все равно уходишь куда-то вот в жопу мира, вот туда вот. Войд. Чем нужно стоять вообще? Миша Про пишет. То есть на мастера может уступить. Это 5% будет рейду крита миликом. Если замена будет. Мастер, ты тут? Пустула нахуй, тут-то здесь, вы определитесь нахуй. Я сейчас возьму и в начало инста его убью. Нет, я же тебе объяснял. А вот не объяснял по-другому. Чувак сейчас входит по-другому будет ставить профа. Вот тут сюда вводишь профа, мы отлетаем от зеленого, как там бить профа, скажи мне. Вот как, вот здесь проф, как мне добежать от стола до профа? Чулан, не ставите. Стол хочешь? Хорошо, говно вопрос, все, все, молчу. Старинки, да, я понял, понял. Я аж Виби, я отходил, я не знаю, что говорил Войт просто Алисе. Кого еще сопротов нету, обмен. Сейчас еще пусто. Забагался по нему сум уже. Вот. Он сам забежал. А вначале где мне выйдет? Столом сейчас, никуда не води. Прямо у стола. Никуда не води. Держи там. Пока не могу прочитать.
Ебать, что это было? Сомерла. Не бьем? Ой, хуй знает, что по ней так летело. Не бейте, профы, не бейте. От красного отойди. Выйти от красного. Какие массово вылетели. Без чего она беда будет. В одной комнате может получиться что-то любопытное. Мне что-то кажется, что он меня как-то в спину ебал. В спину, вот, не... Алиса убила это облако газа. Это второе. Смерть. А. Первый. Неустойчивый слизнюк? Или нет? Ай, ебать. Информация от смерти. А, она не... Чувак, тебе... С конца читай. Ну вот, чум... Нет, там черепок, черепок. Где шкаф? Он что, исчез уже, что ли? Я не пойму. Ты зачем человека мочой обозвал? Нет, видишь, он пишет. Вашего тела нет в этом подземелье. Сука. Тиже срок. Ждем, ждем, ждем приста. Бахните, пока у нас один. А,
бычья голова. А? Не вдись он. Если лагает, не вдись. Вдись он зайдет, когда отлагает. Кстати, а у всех гильдия, ну, грузится значок? На логнесе все нормально будет. Чего он опять умер? Слэш релоад. Слышишь, что говорит Пиби? Может, одного сольем? Зеленого, или ты не успеешь набрать рагу? На два, легка. Или будем все-таки двух? У нас же... Два редру. А у тебя с собой этих... Короче, давай попробуем. Если ты не набираешь раги, так и говори, стопаем по боссу, блядь, и ждем красного. Если ты набираешь рагу, то есть тебе хватает? Ну тогда давай убьем одного слизня, просто время себе немного сэкономим. На всякий случай. Так, а чего ты в Алису поставили сразу под столом? Если пусть ведет к зеленому. Убьем зеленого, поведет к столу. Вот все. На первой фазе. А там уже на второй будет этот водить вон по меткам. Надо его убивать, нужен, блядь, прогресс на пизду. Тех боссов можно, блядь, за час за. Проблемы нет. На этом КД мы должны Джайна убить. Хули не вайш ты с Келем. На Джайне вы еще, если, блядь, на профи, так тупим. На Джайне мы будем, наверное, месяц ее травить. О, ты сволочь, вот ты сволочь. На готовность. Захожу. Да не надо уже. Да вы заебали. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот. Бля, войд, релоуд делаю. Иначе, блядь, я нахуй зафпшусь.
еще загрузка, загрузка, нормально все переводить. Давай, сука. На мне посмотрите, какой дебаф. Красный медвей. Красный стоит, кто красный был? Ну он то ли забагался, то ли АФКшил хуево. Не-не-не, выкинула его. Мува про выкинула. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Сука. Как неожиданно. Я сейчас нахуй перезагружу полностью это. Какого? Клиент в пизду. Ну, Миша про предлагал. Ставь за место Миши мастера, во-первых, будет 5% крипта медиком раз. Медведь, куда твой труп поскакал? Вилка, как пизда-то, да? Что, я? На самом деле не он один там не стоял. Там пол рейда, блять, где хотели, там и стояли. Поэтому у них надо спрашивать, я не знаю, что они разбрелись там, блядь, пол рейда. Ну хуй знает, половина с красными метками ушла ближе к красным. Остальные хуй знает. Нет, блядь, тут. А на ком я нахуй сижу, блядь? Сука. Че, доводили до третьей фазы? До второй довели до 40%. Кликайте, я мастера сниму. Осток. Дайте каску. И институт.
Сейчас логусь. Критик. Выхожу. Чарковский всем разбафан. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штат чумы, который уничтожит весь Азерот! Может получиться что-то любопытное. Чувствую. Что? Это еще откуда? Красный.
пельмешки. Блять, я отошел. Крас. Чуть-чуть. Ебаный рот. Ну уже лучше. У кого-то пинг заебись, а у кого-то 2 FPS и бегаю, блядь. Сука. Ой, блядь. Это бред. Где турбо? Секундочку. Войд, скажи этой Алисе конченной, чтобы она босса разворачивала лицом. Жопой, чтоб к стене стоял. Я не могу, блин. Откидывает зеленый и сразу в колбы. А колбы посредине стоят комнаты. Понял, о чем я? Она мне говорит, что она очень умная, она не ставит в рейды колбы. Вот скажи ей сейчас это. Чтобы колбы были к стенке поставлены, не к рейду. Она ставит босса так, что получается колбы за спиной появляются, да? Милики, когда бьют босса, колбы получаются как раз в миликах. Ну, посредине комнаты, как вот ты понял, не возле стенки. Скажи ей сейчас это. Все, давай. Я в отдельную у нас комнату кинул. Объясни это. Войд. Мы Войд. Все тут. Войд. Отойду в туалет, это уже давит, пиздец. Да чё, блядь, с 33 кадров начинает на 14? Это что за бред, блядь? Да, блядь! Вот ты видел, нахуй, вот этот бред до 2 FPS, ебаный рот. Войд. Мидвей. Почему? Сразу видно, кто вагон. Выруби нахуй рекаунт и все аддоны лишние. Я вырубил нахуй. Все. Сейчас проверим, что за хуйня, блин. Теперь у тебя лагает Тёма, да?
Да, я тебе отвечаю. Вы сейчас на первой фазе начнете вайпаться. Я знаю эти траи нахуй, ебаный. Чего вы, блядь, расслабляетесь на? Когда эту твинку пофиксят, кто знает? Ебать, получать эти термуты дают. Давно давали. Да. О. Войт, видишь чат? Вы сейчас спрашиваете, если я нашла, да. Ему лучше вниз говорить, но не будет времени сейчас смотреть. Саммервиль офнулся, никто не давал. Жди. Не, один слот свободный вроде. Блять, жди меня. Внизу. Успокойся, сделай вдох. Делай так вот, как этот. В плохих парнях. Уса! Шаришь, шаришь. Красава. Вообще, психотерапевт должна быть негритянка, понимаешь, да? Да, да. И как этот, второй-то, блядь, как тот, Смит. Все мои мысли негативны. Уца, уца. Турбо зашел, меняй. Бычок зашел. В шкаф. Можешь пока не давать. Шо ж вы так все подозрительно вылетаете, нахуй? Мастер, весь день сидел нормально. Начался РТ и все, и жопа. Пинг, лаги, блять, из ниоткуда просто. Поэтому у тебя и на вторую. Бафните. Турбо, дай обмен. Давай обмен. Чего, никаких бисов. У меня только три знака. Можешь не писать им бисе. На, ну, блядь, нормально. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Ложа не забудь. Чулан, походу, отлетел. На месте стоит. Чего не
Пельмени строят. Красный. Турбо. Бегаю. Пельмешки. Зеленый появляется, РДД. Красный. Бибиты. На винарчума. Вот пельмешки. Не забудь лужу оставить. Зеленый. Школа бы про зеленого. Красный войт. Пельмешки. Зря. Может получиться что-то любопытное. Деру. Да, он в Дисе. По кому? Или меня? Уже давай диван. Да. Уже дал. Блядь, встаньте в одну точку. Не нужно, чтобы не кидать. Дивно, брат.
стал. Племешки. Мида может БР отдать. Уже отдал. Тедер далеко, нету БР нему. Сульмени РДД. Полдо 5 секунд. Ебать, вы все молодцы, отвечаю. ГЦ. Молодец. Уху, нахуй все. Да берсы. У него одной ачивки нету, наверное. Не только. Дайте воду, войдут 1000 ЕП, за то, что он лучше орал на планете. А чулан так и не помнит. Мы убили, не ты убил. Медвей. Почему все подрядчики получили? Бойт, пожалуйста, в отдельную комнату можно вас? Мне да. Нет. У меня тоже нет. Че за хэ? Хоть груда на базу. Я не хуже миксторки. Токен парол. Тоже обычка. Да там героический вообще-то. А, нет. Всех упало, квест не поменялся. Не поднимайтесь туда, никто не спускает тайну. Шансонг. Ну, вы считаете, нормально она танчила как-то, ребят? Ну, вот я еще раз вот это хочу. Я Войда перетаскивал за то, что она колбы тупо в миликом кидает. Пусто, мне тяжело, Войд. Ты ей не сказал просто разворачивать его жопой к стенке, и пусть все милики бьют в лицо. Колбы будут за боссом, а не тупо в рейде у миликов. Ну это бред, ну ребята, ну сейчас все тупо ловили от колбы. Мы его сегодня убили, повезло, а остальные все трое, мы его убивать не будем. Из-за вот этого говна. Ты группу Луду подставил?
первые трое, я тебе просто так скажу, когда упали там 4 человека, и РДДшники упали от колб. Потому что колбы были в рейде, и она мне доказывает, что ты, говорит, слепой, тупой, ничего я в рейде не ставила. Я с ней не хочу спорить за эту тему. Я просто тебе говорю, как реально что было. Ты Сомервиллю начислял сколько? 2600? Ну будет, а так будем тупо колбы ловить. Давай, там вообще промахи. Это слили, я ничего не говорю. Ладно, давайте в другую комнату. Ну, я просто... Отпишет. По-моему, давали всем. Я по первому даю шаг. Бычу голову, по третьему мобу даю шаг. Я по последнему, вот этому, как его, лечу там или как. Тактика, играйте. Тём, я это самое, отключу активацию голосом, там, дальше там, это самое, рель. Да, да, да. Вот, Чулан, ты тут? Здесь нет. Без Чулана убили? Да, да. Я же говорил, что он вылетел. Обидно. 2 минуты до берсы было, то есть ДПС вообще я не знаю. ДПС вагон. Просто все поняли, что делать. Бить слизней, самое главное, на переходку переживать и все. И даже я думал, что гимны на ХП надо будет. А мы... По черепу, я сейчас его, это ты анонсил классно. Да, вой красавчик. Вой, да, слышно было, как голос дрожит. Да, настолько он преисполнился. Ну вот всегда очень потрясающий рейд, честно. Да ладно, не смущайте меня. Если бы еще не занудствовал, был бы вообще идеален. Я такой занудой, самый жесткий занудой в мире. А, Маликет, ладно, еще раз объясни. Тебе передали печеньку? Шансунг, ты мне передал? Он второй поприор, да, я ему. Я вступлю. С самого начала пусть говорил, ту тактику, которую вы, сука, предлагали с углами, это хуйня, а не тактика по одной простой причине, блять. До этой тактики надо дрочить, дрочить и дрочить. По этой тактике. Да, это рейд маленький. Я сзади стою. На масте. Скелет маленький. Подожди, Фелшар. Обещали ей в рейд. Ну так она. Кто онлайн вступить может? Да. Онлайн, вон она пишет. Я могу вступить, если надо. Дальше без меня справитесь, думаю. Все, снимай. А, снял уже. Тупишь. Если надо, зовите, я на пале. На помощь там, на замену. Так, подожди, не ливай с рейда, сейчас я кое-что посмотрю. Угу. Так. 2600, ты начислял до профа, мы дошли, да? Угу. За первое убийство еще начал. Кто же first kill? За сколько мы за первое убийство дадим плюс? Сколько 300? За него? Ну за него 800. Ну считай еще плюс 400. Так, получается. По тактику сыграли все? Вот иногда дают ЕП за топ это, ДПС, а почему ни разу не давали ЕП за топ ДПС?
Потому что на каждом боссе другой хпс так же, как и на каждом боссе, блядь, другой хпс. Ой, ты прыгай в канал АФК, если надо, буду перетащишь. На личе будете получать доп. ЕП в комнатах, тогда и ТП нахуй. А тут негде вам, блядь, получать. А что это Турбо сказал? Что с ним? И на Сендре. Тёма, чё помог, ты? Я так понял. В смысле, он ушел куда-то или что? Он пока в другую комнату ушел, пока, типа, если нужен будет, перетащишь. Турбо? Типа, здесь боссы простые. А, я понял. Потом докинем, если что. Блять, нахуй вы туда побежали? Это я побежал. Все, запустили. Все, да, бегите, какие проблемы. Бегите, бейте, время есть. Двоих рейсните сейчас. На базу. Сейчас. Сделаем. Вот тебе база. Да. Нет. Давайте по тактику оперативнее зашли. Опять СС-ы там раздавайте, пожалуйста. Так, шкаф сейчас поставьте. Шкаф поставили, фильтр суммоним. Быстрее. Я на ком? Поставь рыбу. Рыбу поставил. На двух, ты на двух. Алиса на двух, Дима на одном. РДД играют чисто по кинетике. Все играют по кинетике. Отбиваете. Видите, что подбито, соответственно, льете по боссам. Кидесеты без АУЕ. Слишком не ходим. Чек на готовность. Подождите 10 секунд, сейчас Фелшер возьмет квест. Быстрее. Потом успеет взять, потом. Будет он. Давай быстрее. Ай, ладно, потом возьмет, давайте. Пока мы трэш будем бить, она возьмет, успокойтесь. Отчет на пол. Эльрей на пульт, Алдорама на Винар. Геру. Гиха, Ринджу набрали, бегом. Кинетику подбиваем, РДД. Вихрь РНЖ. По килисету точечная. Води его от килисета. Сзади падает. За кинетикой РДД стыдим. У меня все сферы забирают. Не знаю. Тупо весь рейд потихоньку. Ребят, если танка шотнется,
Вижу, на ком-то был добав под сферу. Просто ГП по 500. Просто домой по сферам посмотрим. Алдара мы играем. Они на беса паглятся. Локи стоит 4, не бьете или что-то. По Валанару играем. Они даже без стейч, ну, когда босса не бьешь, агрятся. Не, эту триньку надо фиксить, нахуй. Которые у меня ликета, нахуй. На первой подпишусь. Оранжо набрали. Бэт, ну мне 2-1-3 сферы. Пэтов уберите, Локи, вообще с Т4 не бейте абсолютно никого. Я не беспокоюсь, ладно. Зубы есть, что ли, капли есть. По килисе это точечно. Раздавалку прохил. Раздавалка, не бегай. Если ты не был здесь, я тебе говорил, особо сильно не бегаешь. Кинетику поднимаем. Да, жесть, нервотрепка. И прольется кровь. Моя чаша полна. Да. Готовимся по Талдораму. Талдораму играем. Лут. Лесную раздавалку раздавай. Филшоп, бери за квестом. Квест бери. Лена, быстрее квест бери. Мастеру осколок. Текстурки мне надо снять с очереди. Я не хочу никакого нахуй шема, блядь. Почему? Нахуй надо, блядь. 10%. Почерпи. Ты его не можешь отдать только этим лутером. Если ты был лутер на боссе, лутером можешь забрать. Подожди, сейчас я поставлю.
Да поставь группу пока. Да я не человек. Поставь. Встаньте в него. Что играем? Нарезан чуланчика, ждем, ждем 2 минуты, рыбу идем, фласки надо доприправить, до время заканчивается, фласки заканчиваются, чуланчик. Вы что, под саппортами не убили? Угу. Блять, а почему я без саппортов был, пизда? Тебя хп много. Я тоже без саппорта был. Че, он зайдет, не зайдет? Да.